Итак, привет, дорогие доложения ВКонтакте. Сегодня мы поговорим о такой игрушке, как Мимишки. Мимишки. Мимишки, да, кто пройдет игру первым. Привет, мой дорогой друг. Ты попал в удивительный мир, где обитают самые милые создания. Их зовут Мимишки. Они ждут тебя. Помоги им найти каждому мишке друга по цвету. Не забудь никого. Так, уровень первый. Начнем. Так, у меня есть минута. Давайте будем искать друзей. Мимишкам. Где эти мимишки? Так. Что-то у меня нифига не получается. Блин, я что-то не могу найти друзей. Как управлять-то? Понял, да, я, то есть, могу только спускаться. Все понятно. Так, мы только можем спускаться. Окей. Так, ну тут у нас не получилось, короче. Есть смысл переиграть, да, давайте переиграем. Первый уровень, так. Желтый мимишка, так, давайте оранжевый мимишка пройдем. Так, потом фиолетовый, синий, пурпурный, розовый, зеленый и фиолетовый. Все, мы нашли всем друзьям мимишкой, все мимишки. Так, все окей. Первый уровень пройден на 5 звезды. Ура, я молодец, первый уровень при. Уровень 2, помоги найти нам друга. Так, начнем с розового, потом, думаю, желтый нужен, потом синий. Так, нет, давайте сейчас оранжевым, да? Сейчас походим оранжевым, потом пурпурным, потом у нас пойдет зеленый, и, наконец, фиолетовый. Мы прошли. Следующий уровень. Смысл в том, что, ну, я должен передвигать мимишек наших. Так, тут уже посложнее. Так, ну, начнем с легкого. Что у нас получается пока что. Ну, в принципе, тут не так уж легко, когда мы уже принцип поняли. Это очень легко. Я могу только, ну, ими передвигаться. Вверх там я не могу. Или вниз. То есть я могу влево или вправо передвигать их. Я просто думал, они меняются как бы между собой. Ну нет, они только двигаются на пустые поля. Ну, очень такие, ну, очень забавная игрушка, мне понравилась. Классная. Итак, все. Все мимишки в сборе. Да, пройден уровень. Тут есть использовать прицел, еще я могу. Давайте используем прицел. Допустим, фиолетовый. Что это значит? Один мимишка остался без друга, получается, и я что, проиграл? Так, что за фигня? То есть, использовав прицел, я, по сути, себя же и подставил. Купить за золото, но у меня золота нету, так что придется переигрывать. Да, хотя бы нужно два прицела, чтобы что-то было, нужно два прицела. С одним ничего у нас не получится. Так, давай фиолетовым походим. И остался у нас розовый мимишка. Все, мы прошли уровень 5, все классно. Так, золото. Давайте, да, посмотрим золото. Как же это добавить золото? 2 золота за 1 голос. 10 золота за 5 голосов. 50 золота за 20 голосов. Также у меня есть прицелы. То есть 2 прицела за одну монетку. Вот как. 50 выстрелов за 20 монеток. Так, еще есть магазин. Ну вот это и есть магазин. Ну, в общем, все понятно. Так, а тут, значит,
Вот в чем заключается суть. Да. И один мишка, короче, это не взорвался, и мы не нашли ему друга. Так, я хочу переиграть, еще нельзя переиграть, что ли? Ребята, я хочу проиграть. Отменить ход. Да, давайте тогда отменим ход. А, только один ход. Остановить время. А, можно зайти из золотых вообще остановить время и думать сколько тебе угодно. Так, я хочу переиграть, но нельзя. В общем, вот такая вот, ребята, игрушка. Очень забавная такая. Всем советую ее попробовать поиграть. Вот я пока что на 6 уровне. И если хотите, мы продолжим обозревать эту игрушку, проходить ее. Вот. Но пока что всем до встречи, ребята. Всем пока. До скорого, друзья мои. А, да, не забывайте, конечно, подписаться на мой канал и канал моего партнера. Все, всем пока.